Так. Ретрансляторы. По геймплею, да, в принципе, все то же самое. Во всяком случае, пока. Никаких прям таких нововведений нет, да, и ну ничего, и не сломали, не ухудшили, так что трудно сказать пока. Опять? Еще одна дополнительная? Да вы издеваетесь, что ли? Сколько у вас тут штук-то? Так, наверное, я уже не буду ее пытаться найти. Лучше буду. Ну, наверное, вот эта вот гробница уже. Вторая дополнительная. Прям на одной локации. Две гробницы за раз. Ну, это реально. В Лара Крофт талант прям. Ну, а вторую уж я не пойду. Уж извиняйте. Ретранслятор попасть. Где еще один? А, вообще внизу, он там. А я его разве не отключал? Ю-ху! Есть возможность, да, все модернизируется, не только лук, топор, ну, я не знаю, ледоруб это, по идее, называется он тут топором, и он будет не единственный, так что все модернизируется, да. Может даже внешность поменять, там, можно куртку другую взять, но эта курточка не очень зимняя, поэтому я ее решил не брать. Сейчас вот до костра дойдем, покажу. Ну, в смысле, уже видно было, так что можете перемотать. О, надо же еще одна деталька и все. Это куда там веревка-то идет? А. А что с ним может что-то сделать? А! Так, и остался последний ретранслятор. И он где-то вон там. Так, и как туда залезть? Интересно знать. Хм. Ну, наверное, да, вот так вот. А, нет, вот там миссия. А вот здесь вот уже. Не вздумаю снимать флаг СССР. А что, его можно снимать, что ли? Просто я подошел, никаких кнопок не было. Я, правда, не попробовал пострелять в него, но я не думаю, что флаги снимают, стреляя в них. О, вот, кстати, новый лагерь. Сейчас посмотрим. И сразу внезапно она возле лагеря замерзла. Это что, не последний, что ли? А, блин, точно. Надеюсь, ты вовремя получила мою последнюю кассету. Мне все больше нравится их для тебя записывать. Она говорит, мне надо время от времени отрываться от книг и записей, хотя бы для того, чтобы вспомнить, зачем я все это делаю. Знаю, ты терпеть не можешь, когда я уезжаю, но однажды это окупится старицей. Все окупится. Целую. Учись хорошо. Знаю, ты был занят важным делом, но тогда это ощущалось совсем иначе. Но зато я научилась быть самостоятельной, заботиться о себе. Так, надо как-то забраться туда.
должен быть способ забраться в старую тюрьму. А, может тут, наверное, залезть. Ого, допрыгнул таки. Так. И что дальше? А дальше-то что? Прикольно. Да, чё, тупики-то все какие-то. Так. Надо как-то посюда, с этой стороны забраться. Ага, вот, да, вижу. Ничего себе конвейер. Прошлая часть, сколько, 2-3 года назад вышла? Ой, мне кто-то сообщение прислал. Наконец-то я все вышки эти вырубил, гребаные. Что мне за это будет, интересно знать. Вернитесь к командиру потомков. А, вот так вот, да. То есть сразу мне ничего не дадут. А, нет, вон он там. Да куда ты? Сколько дней будет игра эксклюзивно? Да тут не дней, тут по полгода минимум, наверное. Обязательно надо собрать хворост. Надо собрать хворост. Одно, чтобы помочь, главное, он вообще ничего не делает. Уничтожило все передатчики. С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. О, ура, отмычка. Ну-ка, ну-ка. А, я думал, мини-игра какая-нибудь, а тут просто надо держать. Интересно. Ура, пистолет разблокирован. Ну-ка, ну-ка. Так, ну-ка, пистолетик, пистолетик. Оружие, наверное.
Та-да! И у него меньше урон. Все меньше, но стоп. Ух ты, нихера себе у него. Его еще можно... А, тут улучшаются вообще все пистолеты. В общем, в целом. Ну, пламя-гаситель у него жесткий. Ну все, погнали дальше по миссии. Интересно, а если охотиться на кроликов с помощью пигеля? Бах, с первого выстрела. Да я красавчик. Они шкуры даже не портятся, а точно так же убиваются. Просто громко, и стрелы не возвращаются. Евгений Зыкин, не забудь поставить лайк трансляции, записи, всего подряд. А раз ты только что к нам присоединился, штрафную тебе. С лицом Лары, да вроде, вроде точно такое же. Почти, кстати, очень похоже на лицо, которое было надо в... Надо найти пленника Константина. Ларри Крофт, Релик Ран, которая на... Раннер на мобилках. Так-то внизу грибочки. Думаю, есть смысл собрать. Долину только что прибыл, да? Да, с последней партии припасов. Говорят, еще люди будут. Много тут солдат. Уж не знаю, что там затевают, но явно что-то крупное. Радиовышку-то починили? Снова советская пропаганда. О, вот, кстати, за византийские монеты. Понятно. Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы, а теперь... Хочу свалить отсюда. Они чокнутые.
Я припрятал снаряжение, оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Хорошее. Посмотрим, что удастся накопать. Хорошая, однако, помощь за бабло-то. Да, ни на чем мне не хватает. Так что пойду-ка я дальше по своим делам. А, чтобы перерезать веревку, требуется боевой нож, понятно. Какие виды? От вас нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно. Я нас освобожу. Как-нибудь. Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет.
ты с ними заодно? Не может быть, ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться, не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни. Мы ее дадим. Да ты издеваешься. Я видела, на что способна Троица. То есть нет? То есть иди нахрен! Скажи, она, тебя Троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара. А, спасибо, Евгений, но я кашлянул, а не чихнул. Это не конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак. Я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Они наверняка слышали. Тем более нужно бежать. Разрешение в игре, да вроде как Full HD, все-таки почти эксклюзив. Ой, чё, неужто тут все наше снаряжение? Да еще и веревка. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише. А то охрана прибежит. Сработало.
Сможешь выбраться? Конечно, это же гибкая девочка. Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Красные посылали заключенных в шахты. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Вот это древность. В игре не разрешение ниже, просто сглаживания практически нет. Поэтому и кажется то, что ниже. Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку, размякла, пока жила с Крофтами. Но он ошибается. Это не мягкость. Это решимость только другая. Я знаю, что лорд Крофт был умен. Знаю, что его дочь хранит его тайны. Она была бы незаменимым союзником, а будет опаснейшим врагом. Только бы Константин не вздумал ее недооценивать, а то с ним бывает, что высокомерие затмевает рассудок. Дальше. Моя деревня в долине по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Подходит. Это последний груз. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет, это женщина.